Хей, с вами Тленчик Плей. Сегодня я буду играть в режим Broken Bones, то есть буду ломать косточки вот этому челику. Ну что, начинаем? Полетели. Головой, да, о, нормально, более-менее. Ну, хотя все равно чуть-чуть слабо. О, третий уровень, кстати. Ну да, тут я вообще прям мало сломал очень. Так, давайте посмотрим, могу ли я купить так другую карту. Тогда давайте упадем. Чтобы просто так стоп не нужно. О, не, это фигово было. Так, ладно, пофиг, стоп. Так, изменить карту. Так, карту я могу. Я могу купить третью карту, ребят. Давайте купим ее и пойдем играть. Так, это же еще не ледяная, да, это еще не ледяная. Ну что, прыгаем тогда. О, вот тут уже прям реально чувствуется то, что намного выше. О, ну так, знаете, 50 на 50. Так, руку более... левую руку, получается, больше всего повредил. Так, давайте чуть-чуть повыше залезем. Вот примерно, не знаю как. Ну, давайте вот отсюда, если меня, конечно, не телепортируют сейчас. Давайте вот отсюда. Ой, блин, уже упал. Подождите, подождите. Так, залезть надо обратно. Вот отсюда погнали. Вот отсюда прям хорошенько чувствую. Ой, вот тут уже звенит. Это хорошо. Нормальненько. Если звенит, ребят, это нормально, отлично. И вот ну, знаете, так нормально было. Лучшее из всех падений за этот ролик. Хотя всего 2 минуты прошло сначала. Ладно. Так, у меня снова уже 71 тысяча бабла. И погнали. Полетели, полетели. О, об камешек давай, да, об камешек, об камешек. Ой-ой-ой, вот это вообще классно. Вот обожаю, когда звенит, вообще класс. Просто обожаю. О, нифига, слушайте, у меня даже 3 места есть, где фиолетовым горит. Это уже хорошо. Хороший знак. Давайте заберемся еще чуть-чуть повыше. Чтобы там сотрясение, может, чуть-чуть получше было. Так, интересно, я на каком вообще месте здесь? Так, ой, я... А, нет, это уже... А, нет, это не по месту, а по... Какой уровень? У меня-то 3-й уровень, вон я. Так, ладно, будем качаться. Не будем унывать. А, меня телепортировало, да. Значит, до конца не надо забираться. Заберусь тогда. Да, блин, главное не упасть. Сейчас, подождите секунду, ребят. Так, продолжаем забираться. На гору. Так, я понял, до конца нам не надо забираться, а то нас телепортируют. Давайте заберемся к... Вот до сюда. И вот здесь прыгнем. Погнали. Ой, нет, это хрень сразу понял. Нифига не было. Вот я ненавижу падать об это. На землю. Я люблю на камни падать. Тогда лучше там сотрясения всякие будут. Если на камни. На траву ты упадешь, у тебя там ничего не будет. Фигня будет. Ну, как-то вот так. Блин, а чё у меня это не выскакивает это в меню? Блин, я вылетел. Ладно, давайте перезайдем. Ну и все, ребята, мы продолжаем. Заходим тогда. Да блин, чё за фигня? Сейчас опять перезайду. Так, ну все, ребята, я зашел на карту. Погнали прыгать.
Так, об камешек надо. Ну, хреново, хреново. Ой-ой-ой, фиолетовая. Это очень хорошо, ребят. Еще и черно-белая, просто это очень охрененно. И вам скажу, это даже выше среднего. Это что-то прям, не знаю, как это объяснить. Это очень хорошее. Это очень близко к самому лучшему. У меня уже за одно падение, точнее, у меня уже 175 тысяч. Вот так вот. Ай, блин, хоть бы я упал. Блин, нет, я не упал. Все, я здесь закончу. Но здесь хреново, конечно. Так, давайте вот здесь вот. Нужно хорошо упасть. Ну вот, допустим. Так, и об камень надо большой. Об камень большой, пожалуйста. Блин, нет, об траву, ладно. Ну, хотя, если я даже об камень ударился, все равно я летел не головой, а ногами. Так что разницы нет. И скоро, мне кажется, вроде, ребят, когда у меня будет 250 тысяч, я вроде смогу четвертую локацию купить. Вроде как я помню. Если мне память не изменяет. Так. Ну вот, уже как раз более-менее. Уже хотя бы там звенит. И вот, нет, просто чуть-чуть стало хуже. Нифига я улетел еще. Ну вот так, если смотреть по косточкам, то я вроде нормально сломал. Так, мне кажется, сейчас еще один прыжок. Если будет этот прыжок нормальный вот сейчас, то я смогу новую карту купить. Пожалуйста. Так, допустим. Нет, это фигня. Ой, об ёлочку. Ну, если об ёлочку, то более-менее, наверное. Ну, что там по деньгам сейчас? О, да, хватает, походу. Вроде там 250 стоит. Да, 250к, мне хватает. Покупаю. Так, это вроде как бы зимняя, да, уже? А, нет, еще не зимняя. Зимняя. Даже не следующая, что ли? Что, на стоп нажал? Так, поехали, поехали. Падаем. Так, 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 так. О! Звенит, звенит. Отлично. Ой. Так-то вроде. Если смотреть с одной стороны, то я нормально упал. Ну, хотя, мне кажется, нифигово. Нужно больше костяшек. Больше костяшек. Больше сломанных костяшек. Полетели. Пум. Нет, вот здесь вот. Первый камень мне помешал. Я только что прям как солдатик просто летел и все. Ну, песок тоже фигово дает. Ждем. Так, играем. О, кстати, у меня сейчас 5-й уровень будет. Нужно использовать всякие эти штучки, суперспособности. У меня, кстати, сейчас у меня фейерверк через 2 минуты, я смогу через 2 минуты 20 я смогу. Так, и на 5-м уровне у меня сейчас через этот прыжок уже откроется дарт. Ну что, погнали прыгать. Ой, меня что-то изогнуло всего. Так, всего лишь. Фигово. Ну, звенит. Ну, тут уже прям хреново видно. Как я помню, Блин, как сказать? Короче, как я помню, самый большой урон дается, когда у тебя экран вроде такой чуть-чуть разноцветный, да. Вроде бы, да. Прям у тебя экран, когда разноцветный, это самый большой урон вроде как. Как я помню. Так, и что у меня? Так, я чуть-чуть череп сделал тоже. Ну. Так, мне, в принципе, тут некуда забираться повыше, да? Так что прыгаю отсюда. О,
Ой, ну не, я ногами приземлился. Фига. Вот сейчас будет, может быть, хорошо. Так, мне кажется, я прям головой улетел. Должно быть это. Ну, типа, звенеть, мне кажется, должно. Так, я не понял вообще, что за хрень. Погнали еще раз сразу же. Без остановки. Сразу же летим. Вот так вот. Ну, конечно, пока удары хреновые. Ну ничего, на следующих картах, я думаю, будет офигенно. Извините. Так, пятый уровень. У меня уже дарт открылся. Так, да. Давайте сейчас прыгнем, активируем. Я не помню, что такое дарт, конечно. Вот. Вот так вот, так, дарт. Так, что такое дарт? Я забыл вообще. Короче, дарт хрень какая-то. О, давайте сейчас фейерверк надо испытать. Да, все. Погнали. Ой-ой-ой, это очень сильно, ребят. Это очень сильно. Это чуть ли не самый лучший. Или это даже самый лучший. Нет, это близко к самому лучшему. Ребят, это все, это охрененно. Это пипец просто. Вы видели? Хоть это фейерверк, который сразу на первом уровне дается. Вы увидели, что он дает это просто. Он такие плоды дает это просто. Это чуть ли не... Это, ребят, я вам скажу, это реально чуть ли не самый лучший экран, когда вы что-то ломаете здесь, в игре. Это вроде почти самый лучший экран. Так что это было очень классно. Так, я понимаю, я череп вообще прям на как будто 1% повредил. А вот уже около спины, там побольше. Так, на голову, да, более-менее. Хотя не. Так, об камень, пожалуйста. Да, вот. Звенит, это уже более-менее. А когда просто... Не звенит, то это фигня. Так, шестой уровень, ребят. Сколько до новой карты осталось? 500 стоит. Ну, давайте, нам немного осталось. Если у нас хорошие прыжки будут, то нам осталось немного до новой карты. Так, нет, блин, камень этот помешал вонючий. Как же он достал? Ой-ой-ой, ребят, это очень классно тоже. Камешек мне помог. Обожаю эти камешки. Об камешки всегда просто самые лучшие удары получаются. Просто пипец. Так, заново. Давайте попробуем. Вот, да, на лестницу забраться. Вот на эту. И спрыгнуть откуда-нибудь подальше. Ой, точнее, повыше. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 и последняя, давайте, вот на этой. Попробуем отсюда прыгнуть. Погнали. Вот, блин, был бы там камешек, а не трава, я понимаю. Нет, больше оттуда не буду прыгать, это точно. Лучше уж со своей платформы прыгать. Здесь хоть нормально, можно камешек. Ну, это фигово. Ну, в принципе, об траву всегда фигово. Я чуть-чуть болею. Ну, не болею сказать, у меня кашель. Чуть-чуть есть. И чуть-чуть сопли есть. Так что, извините. Если мешаю вам смотреть мой ролик, то как-то вот так вот. Так, башкой давай. О. Вроде нормально. Кстати, нам чуть-чуть осталось до 500. О, кстати, я почти все тело хорошо сломал, да. Это отлично.
Итак, нам последний прыжок, видимо, остался до новой карты. Я так понимаю. Но может, я что-то не понимаю. Такая моя логика. Так, и вот, да-да-да, об елочку нормально. Ой, извините. Так, ну и что у нас? Я надеюсь, 500 и 1000 есть? Блин, нет, походу еще один прыжок, да, наверное. Вот ударился бы я еще раз головой, еще разочек. И тогда бы в прошлом прыжке уже бы у меня 500 тысяч было. Ну вот, можно сказать, это уже даже 500 тысяч. Один удар. Ну, тут я ударился, конечно, ногами. О, есть 500 тысяч. Погнали покупать. Итак, новое мгновение и новая карта. Так что заходим на новую карту и погнали с нее прыгать. Так, да, вот я как понимаю, это у нас какая карта получается по счету, да? Я не знаю, какая, сейчас посмотрю. Так, это у нас карта вроде пятая по счету, да? Да, это пятая. А вот следующая, шестая карта, это уже зимняя. И что, полетели тогда? Ой, вот сейчас об камешек, если бы хорошо. Ну да, более-менее. Об вторую фигню. Об елочку, кстати. Тоже ударились. Колесо сделали. Мне кажется, я там подряд три колеса сделал. Кто понимает, что такое колесо, кто гимнаст или гимнастка, напишите в комменты, кто понимает, что такое колесо. О, кстати, фиолетовое, фиолетовый экран. Это отлично. Это хорошо для нас. И об траву снова ударяемся. И сейчас должен быть седьмой уровень, да? Да, ура! Седьмой уровень. Тоже хорошо. И у нас 2 минуты до фейерверка осталось. Фейерверк реально очень хорошая штука, ребят. Советую вам. Попробовать с ней тоже. Ой, нет, обторву опять. Все фигня. Да, фиговина, как всегда. Обторву, ничего нормального получиться не может. Никакой сломанной костяшки нормальной. И летим вниз. И, пожалуйста, об камни. Да, об камни, об камни, об камни. Да. Ой, опять фиолетовый, ребят. Ну как же мне это? Ой, написано прям, видели? Синим там. Снизу, в правом углу было написано. Кровоизлияние. Получил кровоизлияние. Ну, это классно. Фиолетовый экран у меня уже сколько раз был. Ребят, напишите в комменты, посчитайте, сколько раз у меня уже был фиолетовый экран. Я сам уже не помню, мне кажется, раза 4 у меня уже был фиолетовый экран. Посчитайте и напишите в комменты. Так, ну это так себе. И еще погнали. И песок, трава. Ну ладно. Так, и что мы сломали? Ну, у нас большая часть тела так-то красная. Так что, ну, не знаю, как сказать. Ну так, нормально. О, это фигово. И это фигово. Короче, это фиговый прыжок вообще. Очень. Такие прыжки засчитываться вообще не должны. Хреновые. Хреновые. Так, у меня всего 194 тысячи. Что-то я мало как-то накопил. Давайте, ребятки, тогда
Может, соберемся и накопим много. Нужно хотя бы на новую накопить карту. Так, так. Ну, пока мне не сильно нравятся мои прыжки. Фейерверк у меня есть. Сейчас можем с вами активировать его. Главное, чтобы когда был фейерверк, главное, чтобы я упал на камень. Ой, не-не-не, сейчас я не... Давайте заново. Прям фиговый прыжок был. Не надо было оттуда прыгать. Вот отсюда и прыгну. Так. Угу. Полетели. Вот так. Допустим. Вот так вот. Вот так вот, да. Вот так вот, допустим, да. Давай вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Ой, нет, нет, только не за карту. Нет, да блин. Ненавижу это. У меня тоже так, у меня, ребят, так часто бывает. Я просто нажимаю фейерверк, у меня за карту улетает. Ну, почти за карту. За карту, конечно, не дает. Почти за карту. Я улетаю. Меня это прям бесит. Ой. Аж настроение пропало использовать фейерверк. Ну и пофиг на него. Ой, да, ну нет, знаете, я думала, я прям так хорошо летела, сейчас тоже фиолетовая, думала, будет. А там даже звона не было. Хотя бы зазвенело было бы получше. А то так вообще хрень. Ой, вообще мало всего повредил. Давайте отсюда прыгнем. Летим, 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 летим. Ой, нет. Это прям вообще какое-то фиговое было. Какое-то фиговое. О, фиолетовое, кстати. Тоже получил сотрясение и получил кровоизлияние. Тоже отлично. Так. Давайте попробуем забраться на дерево. И с него попробовать прыгнуть. Ладно, отсюда прыгну. Ну, как-то так себе. Мне кажется, я за весь ролик слово «так себе» сказал уже раз 10, наверное. Или даже больше. Так, у меня 7-й уровень. Какой вообще в счете? А, вон, видите меня в таблице? Так, давайте еще раз Блин, не получается. А я что, опять на стоп нажал? У меня резюме опять выдалось. Так, ну давайте. Да блин, самое дерево, пофиг на него. Ну что-то в последнее время хреновые удары получаются. Вот так вот. О, нифига он в конце заденсил. Прям не знаю. Как танцор какой-нибудь. Просто так на голове заденсил. Итак. Дофига сальт. И фиолетовые опять, ребята. Ну просто у меня аж... Просто глаза радуются, когда фиолетовый экран. Ну это просто же кайф. И 8-й левел у нас. Уже. И давайте прыгать. Сейчас прыгну и посмотрю, сколько новая карта стоит. Так. Так, 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 так. Нет. Кстати, более-менее я об елку ударился. Или что это у нас? Ой, какая елка, пальма. Я что, совсем? Я же не в зиме. Нахожусь. Так, давайте смотреть, сколько новая карта стоит. Так, 850к, нифига так-то. Ни хрена не мало. Нам так-то еще копить.
Ого-го. Наверное, уже в следующем ролике мы купим новую карту. И хочу, ребят, вас порадовать, сделать ролик подлиннее. Давайте-ка я вас порадую и сделаю ролик длинным. Минут на 40, я так думаю. Погнали. Мне для вас не сложно. Вы же мои самые лучшие подписчики. Мне для вас ничего не жалко. За мои старания можете, пожалуйста, подписаться, если вам не сложно. Вам не сложно, а мне приятно. Я же все-таки для вас стараюсь. И не так уж сильно я себя повредил. Я так думаю. Так, ну на дерево я не хочу уже забираться. Так что просто буду прыгать. Там уже на новую карту накоплю и на нее пойду. Об камень, об камень, об камень. Ну, это фигово пока было. Вот за сегодняшний ролик, ребят, я хочу сделать самое большое сотрясение. Так думаю. Очень хочется сделать самое большое. Ну так-то, судя по тому, если у нас будут очень хорошие прыжки, то мы до новой карты быстро накопим. И... Нет, блин, я думал, я хорошо башку ударюсь там об камень, и будет отлично. А оказалось не отлично. Причем нифига не отлично. Вон весь скрючился. Так, ну что, прыгаем вниз. Бланш, бланш, полетел, полетел. Ух. Ну так-то ударился не сильно. А вот уже елочка нам помогла. Кстати, да, смотрите, здесь в лесу просто елки стоят, а там около озера уже пальмы. Типа там лето и песок. А здесь... Так сказать, горы и деревья обычно. И так. Ну не, это вроде не сильно. Это сказать так себе. Лицом вниз лежу. 556 тысяч у меня уже. Бабла. Чего пытаться на дерево залезть? Ладно, я тоже попытаюсь. Чего? Я опять стоп нажал. Так, надо быть осторожнее и стоп не нажимать. Так, 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 так. Ну, блин, ну что за хрень? Как туда залезть? Подскажите. О, я залез и прыгаю сразу. Ой, фиолетовый. Ну как же глазам приятно, когда фиолетовый. Это прям офигенно. Обожаю фиолетовый цвет. Кто тоже? Напишите в комментарии плюсик. А кто наоборот ненавидит фиолетовый, напишите минус в коммент. Посмотрим, кого больше. Кто больше любит фиолетовый цвет или кто не любит. Так сказать, хейтеры фиолетового цвета или... Не хейтер. И нет. Я думал, будет хороший удар. Удар оказался плохой. И ждем. Ой, я вообще мало чего повредил так-то. Так, погнали. Тут, кстати, вроде в этом районе больше русских. Ой, я, кстати, на другую локацию, на нижнюю залетел. Ударился в камень и залетел на нижнюю локацию. Кайф. Погнали. Попробуем забраться все-таки чуть-чуть. Вот до сюда где-нибудь.
Давайте. А, блин, там же уже новая локация, да? Ну, я знаю тогда откуда. Вот отсюда и прыгнем. Сейчас будет хорошо, я чувствую. Ну, так себе, конечно. Просто помутнело. Не очень хорошо, конечно. Не такого я ожидал. Ну и ладно. О, да фейерверка, кстати, 20 секунд. Надо использовать. Так, давайте сразу дарт используем. И чё-чё-чё? Хрень. Хрень полнейшая. Тоже фейерверк нам не помог сильно. Нам остается чуть-чуть до 9-го левела, да? Да. Нам чуть-чуть буквально до 9-го. Если сейчас хороший прыжок будет, то 9-й левел. Ну, копилочку. Так. И головой, да. Головой. Вот, вот так вот летим, вот так вот, да, вот. Так себе, конечно. Я чувствую, что это 9-й левел, да? Что, блин? Там с миллиметра, даже меньше миллиметра до 9-го левела осталось. Ну, ничего, сейчас. Вот, сейчас точно будет 9-й левел. Даже вот, вот смотрите. Вот, вот, вот это уже, первый удар, это уже 9-й левел. И... Головой. Ну, не сильно. Хорошо. Но все равно 9-й левел у нас уже в кармане. Да. Так, нам 850, да, надо, если я не ошибаюсь, да, 1000. Так, тоже нормальные цены, блин, на карты. Вообще. Не сильно еще. Так, вот уже помутнение, и звон тоже есть. Но если ты в воду падаешь, то это все капец. Вообще ничего. Нифига ты не сломаешь, если упадешь в воду. Ну да, тут так-то больше всего игроков русских, чем американцев. Это меня радует. Если меня, конечно, смотрят американцы, не обижайтесь. О! Вот. Уже хотя бы звон есть. Хотя я вообще никак не уверен, что меня американцы смотрят. Меня только русские смотрят. Так, летим, летим, летим. И об камень башкой, да? Нет. Ну, хотя вроде там и было башкой, нет? Вроде где-то я плечом ударился, а не башкой. Да, вроде плечом. И осталось нам совсем чуть-чуть. До 850 тысяч. Уже накопим сейчас. И летим, летим, летим. Мы летим, летим, летим. Мы летим, летим. И ударяемся фигово. Я ожидал лучшего от этого прыжка. Кстати, более-менее хорошо я повредился. Но мне кажется, еще два прыжка и все. И новая карта наша. Но главное еще запомнить. Не помню. Но все это фигня. Если не обкамень, то фигня. Ну, мне кажется, сейчас где-то 830 чем-то тысяч, да, будет? 832, да. Угадал. И все, сейчас один прыжок, и уже 850 тысяч.
Но это, конечно, так слабенько, я вам скажу. Об траву, об траву, об траву. И на камень вообще не попадаем, да? Ну ладно. Или мы даже... А, нет, дошли, смотрите. Ну что, покупаем тогда новую карту? Я так думаю, да? Давайте. Новая карта. Есть у нас? Шестая уже. И давайте с ней чуть-чуть попрыгаем. И будем, наверное, ролик заканчивать. А то и так много снимаем уже. И башкой. Вот, уже звенит. Тоже нормально. Фух, так. Не сильно, конечно, сломали. Так, давайте его сюда заберемся, заберемся. Тут так-то по снегу еще сложнее лазить. Давайте как-нибудь попробуем. Ой, не-не-не-не-не. Бля, не упал. Ладно, ладно, ладно. Еще раз пробуем. Пробуем, пробуем, пожалуйста. Да-да-да, давай, 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 давай. Пацан, пацан, давай, давай, давай. Наверх, наверх, да, наверх, наверх, давай, давай, давай. Да-да-да-да-да, да, есть. Погнали, вот отсюда, вот отсюда. Пум. Полетели просто. И об камешек. Вот сейчас я чувствую, будет хороший удар. Просто чувствую, чувствую. Ой. Ну так. Не те чувства, которые я ожидал. Ждем. Нифига он сел. Руку за спину убрал. Так, ну погнали отсюда вот. Аж ветер дует. Звенит, звенит. Если звенит, более-менее. Отлично. Руки разводил в стороны. Так, еще раз. Прыгаем. Вот. Тут, мне кажется, мы хреново упали. Еще раз. Прыгаем. И на камень, да, пожалуйста. На камешек, да, хорошо. Отлично. Ну, короче, как-то вот так вот. Поехали еще раз. Еще разок. Ну нет, эту не оторву, ненавижу. Ну все, тут смысла нет. Летим, 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 летим. И пум. Пум. Конечно, вот это был хреновый удар. Ну, и давайте на этом закончим, ребята. Тогда подведем итоги. Тогда с какой карты мы начинали? Мы вроде с первой начинали. Значит, давайте откроем еще вторую карту. И, значит, я открыл. Мы с вами открыли 6 карт за этот ролик. Ну, и мы с вами отлично повеселились. Ладно, ребят, с вами был Толянчик Плей. Всем пока-пока.